Так, уважаемый Павел Николаевич Троценко, в этом фильме я обращаюсь к вам. Так, сейчас пытаюсь настроить камеру, чтобы она хоть ровно смотрела. Что вы хотите взять от новичка, у которого нет денег на профессиональную съемку? Приходится выкручиваться так, как умею. Так. Что получилось? Что-то видно? Ну, надеюсь, видно. Итак, значит, однажды судьба меня свела, счастливое знакомство, а у меня других не бывает, потому что есть люди, которые притягивают друг к другу. Вот где Ленинград, где Питер, а где Сибирь. И вдруг там в Питере оказывается прекрасный компьютерщик, молодой, талантливый. На мой взгляд, я сравню с собой тупым компьютерщиком, то есть даже не компьютерщиком. И вот он, значит, взялся редактировать и выпустить книгу. Вот. Но так как, естественно, ни у него, у меня вот тех денег нету и быть не может. Вот, свободных. Он сдал одну книгу, взял у меня диск, выпустил в одном экземпляре. Вот она, подарил мне и сказал, ну что, попробуем. Соберем деньги, потом разошлем. Я был, конечно, удивлен чем. Я еще так с недоумением. Но ведь это же не через торговую сеть. Это получается, оно наберется, допустим, 4000 экземпляров. Вот. Люди пришлют несколько сотен тысяч рублей, а потом он подгонит грузовик и будет каждому рассылать. Да, задачка нелегкая, но благородная. И вот я, почему мы сделали с ним вот эту вот рекламу. Это я обращаюсь уже к нашим зрителям. Вот. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, будущие читатели моей книги. В общем, вы поняли, о чем идет речь. Вот. И... дело завертелось, я дал согласие, вот, и дело завертелось, но тут получается так, я сразу высказал сомнение, что книга нужна России, вот, именно России, и я сейчас попытаюсь доказать, что нужна и что ее не будет, но, во-первых, нужна, потому что, я тут познакомлю вас с современным состоянием садоводства, вы будете в шоке, ну как в шоке? Вначале покажется, что человек делает все правильно, а потом окажется, что он губит деревья. Вот. И в то же время как-то вырисовывается, что книга нужна. Нужна. Но вот я посмотрел, сколько времени уже прошло. Вот. А обычно как бывает? Вначале густо, потом тише. В общем, по-моему, затея не получается, и получится так, что вот эта книга так останется, книга останется в одном экземпляре. Ну, за моими словами должны стоять действия. Итак, в этот раз я уже предметно выбрал крупное СМИ, знаете, что такое СМИ, средство массовой информации, массовой, которое, используя те самые приемы, такие я бы их назвал, вот, снял фильм, но толку не было, реакции не было, я взял, отправил свои 300 фильмов вот сюда, на бобер, вот сюда вот, и с той целью, чтобы они ознакомились с этими фильмами и перестроили свои технологии. Ясно, что они не стали мои фильмы выпускать на телевизионные экраны. Это на данный момент крупнейшее, подчеркиваю, в России средство массовой информации, крупнейшее, которое губит деревья, учит губить деревья. Вот. Так уж сложилось. Но я думал, они хотя бы сами перестроятся. Вот сегодня они говорят так, калечьте дерево, а завтра они скажут, смотрите, дерево нельзя калечить. Ну и так далее. И вот сейчас, рассказав вот в этом фильме о том, что такое современная СМИ, так, смертельная современная СМИ, вы поймете, насколько нужна будет книга. Дело в том еще, что
Я не могу читать с экрана, но я читаю с удовольствием вот эти книги бумажные. И наше поколение, садоводы, это старшее поколение. Среди молодежи практически нет. Поэтому, тем более, роль книги возрастает. Ну что, попробую. Итак, вот здесь вот, в начале, а просто для затравки, для начала. Вот смотрите. Я буду останавливать и комментировать. Для успешной зимовки плодовых деревьев, особенно молодых, очень важно произвести закалку корней. Сегодня я расскажу, как это сделать. Как и людям, растениям нужна закалка. С самого начала, когда будете дальше смотреть, внимательно приглядитесь к штамбу. Опять дерево. Штамп сделан искусственно, то есть снизу отрезаны ветки. Но мы это уже проходили. Первый шаг короткой жизни. Вот. Я выражаю свое сожаление, что мои фильмы осмотреть не стали, ничему не научились. Люди обливаются, а вот, мы будем вот он, штамп, от корневой шейки растения, которого не должно быть. Землю, корни будут открыты, и на них будет попадать ночная холодная роса. Землю можно отгрести лопатой, граблями или, как у меня, прокольником. Берем и вот просто в сторону отгребаем землю, освобождая корневую шейку и поверхностные корни. Чтобы... Корневая шейка, если она была заглублена, ее действительно надо отгрести. Но она в данном случае не это имела в виду. Вот пока сейчас это... Глупая, совершенно ненужная работа. Вот. Абсолютно. Вот взять, уже росло дерево. Видели, оно уже какого росло, мощное. И отгребать землю, вот, заодно делая вот ту самую лунку, которую я проклинаю, которая служит приближению к смерти, приближению к короткой жизни. И еще заметьте такое дело, что я вам скажу. Значит, она работает с яблоней. Так. Вот это, если бы у нее хватило ума, ну откуда? Она стандартный садовод, ее учили понемногу. Вот, если бы она уточнила, это касается только яблонь. Ну еще где-то сливы терпят это, еще где-то вишни. Но абрикосы и груши вот с этой технологией обречены на смерть. Прямо в прямом смысле смерти. А сейчас смотрим дальше, и вы поймете, в чем дело. Они показались. Какая глупость. Отгребаем землю до тех пор, пока покажется самый крупный верхний корень. Это уже, я сказал, бесполезная работа. Вот сейчас она откапывает корень. Это уже глупость дичайшая. Это она уже переходит в преступление человека, который ничего не понимает в садоводстве. Отгребать достаточно. Холодная ночная роса появляется уже во второй половине августа. И с этого времени можно приступать к закалке. И теперь 3,5 месяца холодные ночи будут готовить растения к экстремальной ситуации зимой, к морозу. А теперь представьте себе, что миллионы людей этим занимаются. Закаливание, корни отгребать. Дикость, глупость, невежество. А в конце ноября, с наступлением вот стабильных заморозков, землю мы возвращаем на место. И более того, нижнюю часть ствола подокучиваем, то есть делаем небольшую горку. Подокучивание – еще один прием. Корневая шейка окажется под землей. И самое страшное, что она с этого момента, вот эта верхняя часть, то есть все, что над корневой шейкой, нижняя часть штамба начинает гнить, оказавшись под землей. И гниет она. Дело в том, что если бы это было последний день лета, осени, и на другой день наступили бы морозы, это бы еще дерево вытерпело. Но так как погода нестабильная, еще по 10 раз будет плюс-минус, то есть там будет сыро, и вот продолжается гниение. Вот совершенно глупый, ненужный прием, который приводит к короткой жизни. Вот. И почему она не сказала, что нельзя даже с таким приемом подходить к абрикосам и грушам? Потому что она этого сама не знает. Но перед этим нам нужно побелить ствол. Мне понадобится кисть и обыкновенная садовая побелка. Белый цвет защищает тонкую кожицу плодовых деревьев. Тонкая кожица, для нее вот эта вот побелка является опаснейшим приемом.
забиваются поры, дерево не дышит. Вот. Поэтому уже спорный прием, это не я один говорю, но никто никогда не сказал им, вот этим вот дамам, феям, а еще тысячам тех, кто учил. Вы что думаете, есть белая береза? Так, а какого цвета абрикосы вспомнили? Груши вспомнили? Яблони вспомнили? Это им природа дала. Понимаете, им дала природа. Вы что, не понимаете, что белый цвет отталкивает, как это образно я говорю, отталкивает солнечные лучи и тепло? Ну, мы же на севере живем-то. А вы когда дерево посадили в другом фильме, вы хоть слово сказали, почему? О том, что когда ее выкапывали, надо было пометить, где юг, где север, а? Девочки, вы же должны были сказать, выкопано вот этой стороной на юг и садим на юг. И наверняка посадили задом наперед или передом назад. А потом начинаете белить, потому что ошибка ваша приведет к морозобоинам. Ну, я хотел спокойным тоном говорить, у меня ничего не получается. Побелка старых деревьев бесполезна. А вы еще в другом фильме старое дерево белили так, что оно... у меня другое слово на ум приходит. Красили. Не белили, а красили. Вот. Это было... Я смотрел с ужасом. Волос нет, а что-то на голове шевелилось. И вот получается так, что вы понятия не имеете, что темная окраска для того, чтобы впитывать солнечные лучи. Впитывать. Повторяю, питывать. Вы впервые на всей планете от меня узнаете об этом. Почему? Потому что никто никогда об этом не пишет. Уперлись в эту побелку. Вот. О том, что вреда в 10 раз больше. Я когда вам, девочки, покажу, я вам выслал фильмы, вы же их наверняка смотреть не стали. Так, где тут моя это самое? Где тут моя? Я уже который раз показываю, вот он официальный сайт Железова, вот так, зашли, вот. Всегда нужно отталкиваться от обратного, от достигнутого. Если вот здесь, вот фотогалерея, так, вот, нет ни одного побеленного дерева и не будет никогда, так, вот. Вы же как, все ваши работы, вы, это, феи, вот, в одном из фильмов я назвал клоунами за эти ужимки. Как, ладно бы там что-то полезное рассказывали. Вот. Вы когда видите вот это вот, вы видите ни одного побеленного дерева. Вам пришло в голову, что побелка, она как минимум не нужна. Ну. Я рассказывал, как дерево занимается самолечением, как они уничтожают собственные раны, залечивают, зализывают. Вот. Но если здесь ни одного дерева в Сибири побеленного, где летом бывает дикая жара, а зимой морозы. А вы что сделали? Ну ладно, там еще бывает берет штамп. А вы что сделали? Вы показать вам, что вы сделали? Вы все дерево выбелили. Любуйтесь, люди. От весенних ожогов, от мороза боин и от вредителей, которые просыпаются ранней весной. Не бойтесь добавлять в побелку карбофос, то ее запаха не переносят зайцы. Несмотря на то, что это химия, за зимний и весенний период его пары успевают выветриться и через кору растений не попадают в сок. Поэтому для человека это абсолютно безопасная добавка к побелке. Побелите человека и узнаете о безопасности. Я заготовила целую тележку листьев. Они мне нужны, чтобы дополнительно утеплить корневую систему. Это будет как бы теплое одеяльце. Почему я заготовила именно... Посмотрите, дерево уже не однолетнее, ему несколько лет. Вот, оно, конечно, уродливое. Это просто для них это нормально. Они ничего не понимают с удовольствием. Для них это нормально, для меня урод. Но этот урод живой. Так, и этот урод, прежде чем наступила зима, уже за эти годы, перед, уже, скажем, зимой, дерн должен был быть дерн и становиться все плотнее, плотнее. Запомните, кроме снега, вторая линия защиты от мороза – это дерн. На ваших глазах этот дерн был уничтожен несколькими минутами раньше. Вот уничтожить этот дерн, а потом это тупая работа из леса или откуда привезти эти листья, это ж надо еще работать.
Это надо еще махать этим самым граблями и утеплять. А зачем ты этот дерн-то уничтожил, а, фея? Ну, мозгов-то есть хоть немножко-то. Я уже не выдерживаю, потому что ведь это же настолько популярно. Там сотни тысяч просмотров у каждой. Ну, я смотрел, на многих еще есть тысячи, а где-то уже и сотни тысяч. Разве так можно? Я для чего вам фильмы выслал-то? Я знаете, что сейчас придумал? Когда вот этот фильм, потом еще покажу, как вы деревья калечите секатором. Вот. А потом я вам это, урок преподам, чтобы это, прям натуральный урок, вот я буду вам это. Еще скажу, возьмите ручки, бумагу и записывайте. Куда вы влезли-то со своим этим самым, с знаниями-то книжными 19 века? Куда вы влезли-то? Это же Россия, это же север. Листья клёна, потому что они широкие и тепло будут сохранять более надежно. Еще есть вот такой закон. Никогда не бросайте под дерево листья, которые упали с самого дерева, потому что в них, возможно, прячутся вредители этого растения. Запомните, друзья, листья – это третья линия обороны. По ее словам, мы должны, а Дана уже отгребла, мы должны их отгрести. Сама природа устроена так, что там действуют законы самосохранения и самообеспечения. Листья упали, зимой послужили, они отгнивают, еще и зимой под снегом даже гниют, с выделением тепла. Знаете, многие жалуются. У меня на улице именно 40, а под метровым снегом это самое, чуть ли не лужи стоят. Вот. А там дерн, там трава перегнивает, там перегнивает листья. Вот, с выделением тепла. Их убирать ни в коем случае нельзя. Вот как дерево упало, это и есть его родное. И это служит еще едой для подземного города, о котором вы понятия не имеете, потому что только сейчас его уничтожали с помощью этого самого выдирания дерна, делая этот самый приствольный круг углубления. Это просто в голове не укладывается, что вы творите. Убирать листья от родного дерева. Да, просто не подходите к нему, и уже больше пользы будет, чем от ваших советов. Хотя бы не навредите. Берите листья от другого дерева. Глупый совет. У каждого совет дерева от твоего, есть свои от вредители. И поэтому вредители яблони не нападают на клён. И наоборот. Теперь я подготовила... И этого она не знает. Ладно, не буду я углубляться в это самое, в жизнь насекомых. Вот. Это ей кажется, что так оно должно быть. Это на самом-то деле все далеко не так. Вот. То, что находится под деревом, имеет симбиотическую связь с деревом. Но еще раз говорю, если я сейчас буду продолжать, я боюсь, что подключайте свои компьютеры. Вот. Во всяком случае, как минимум, менять листья от этого дерева, уносить под другое, под клёна, от клёна нести сюда, еще одна глупая, тупая работа. Твою яблоньку к зиме, она спасена от весенних ожогов, от морозобоин и от грызунов. Если вы будете также с любовью заботиться о ваших деревьях... Какой это урод, какие приросты, смотреть стыдно, она фактически уже прекратила рост, вот, развивается плохо. Да, у него вот, отблагодарят вас столицей, высоким вот он, уровнем. Штамп с этими, смотрите внимательно, видите? Она покажет вам еще в следующем примере, как она... Ой, господи, страшно показывать, но придется. Ладно, давайте уже досмотрим. Может, она еще что-нибудь там приготовила. Ну что, если бы просто не подходило к дереву, оно бы нормально развивалось. Если это Подмосковье, сами понимаете, это рай по сравнению с моей Сибирью, где... Я не белю и дерн не уничтожаю, и не утепляю, и не уничтожаю основание штамба.
она уничтожает. Показать вам, как это делается. Она учит всех. Вот. А в саду яблони. А в саду, и кроме яблонь, груши, абрикосы должны быть. А почему их нет? Показать вам? Смотрите. Вот. Вот это вот мне прислали фотографию. Говорит, а почему у меня абрикос погибает? Смотрите внимательно. А им в голову не приходит человеку, который вот так садит, их научили мульчировать. Там происходит процесс гниения основания штамба. Поняли? Вот раз, вот два, вот три. Любуйтесь. Вот это вот мульчирование опаснейший прием для большинства видов. Повторяю, я еще не сказал, берите ручки это, а то уже надо бы записать. Для большинства видов мульчирования штамба опаснейший прием. Ладно, у меня давление поднимается, но я еще вам покажу. Так вот, друзья, пока я искал, как Платона уничтожает дерево, улучшает дерево. Вот. Я не туда зашел, и вот смотрите, еще прокомментирую одно абсолютно глупое и опасное действие, оно тоже в ходу. Их вообще-то уже придумано не один десяток, может сотни. Все рассказать не могу, но вот наглядно. Поймите, что все это ни к чему совершенно. Перевязать и закрепить материалы вокруг ствола. А еще нам пригодятся растения, полынь и еловый лапник. А для чего, я покажу позже. Для начала мне нужно почистить ствол. Но чтобы все, что с него упадет, от мертвая кора и вредители не попали в землю, я постелю под него белый нетканный материал. А я собираюсь работать с грушей. Груша, как известно, это южное растение, поэтому кора южных растений не приспособлена под наши подмосковные морозы. И их нужно обязательно защищать. То, что она будет сейчас делать, это не защищать, а уничтожать. Только она об этом не догадывается. Вот. Она будет рассказывать про лишайники, про грибы. Я так догадываюсь, я еще сам не вижу. Вот. Но все это будет глупо, опасно и смертельно. И запомните, дерево, все, что с ним связано, это симбиотики. И не лезьте вы туда, потому что это вам только кажется, что вы улучшаете его. Вам кажется. Показать опять сад, в котором нет никаких щеток по металлу. Даже акацию и каштаны желательно белить перед зимой. Вот побелка, она сказала про каштаны и акацию. То есть она уже говорила фактически о дикоросах, правильно? Вот. Есть съедобный каштан, но нам он не знаком, это на юге. А так каштан декоративное дерево, акация декоративное дерево. Вот. Я все время поражаюсь, весь город у нас белит дикоросы. Вот она сейчас упомянула акацию и каштан, а белят все, кроме берез, они так белые. Вот. Тополя белят, все. А те же акации белят. Глупая, ненужная, дорогостоящая по стране. Это невообразимая, ненужная работа. Деревьям ваша побелка, дикоросам, не нужна. Она не нужна. Где-то, когда-то это стало уже как бы, уже забыли, для чего вообще белили. Она-то считает, что она защищает дерево, побелка защищает дерево от этих, от грызунов. Те, кто жрет деревья. Так, грызун – это общее такое название, как бы. Листогрызущих насекомых и прочих, так, этих короедов. Она считает, да? Но когда-то это перешло на дикоросы и стало всероссийской тупой модой. Вы знаете, показать вам мне нет времени. Я же километр за километром ехал, там деревья уже были не побелены, дикие вдоль трассы, а покрашены. А знаете, какие цвета там были? Зеленые, розовые. Дикость достигла страшного этого. А все вот это за таких специалистов. Вот. Акацию белить. Да какой черт, акация ваша побелка. Единственное, многие считают, что деревья становятся наряднее. Почему и начали с дуру белить в эти самые цвета, километры вдоль трассы. Я вам показывал в другом фильме. Ну что, друзья, заняться нечем.
Вообще все плодовые деревья. Она так о вас заботится. Поэтому их нужно обязательно на зиму защищать. Теперь мне нужна щетка. Только обратите внимание, она ни в коем случае не должна быть железной, чтобы не повредить дерево. Ну, достаточно плотной, чтобы все-таки кора, которая отслужила свое, счищалась. Вот видите, вместе с корой на материал попадают и вредители, которые под ней прячутся. Поэтому они тоже будут падать вниз. Удаляются щеткой также лишайники. Вот, смотрите, грибочек попался, надо его обязательно удалить. Вот это величайшая глупость из глупостей. Вы лишаете дерево защиты, пытаясь удалить вот этот грибочек. Этот грибочек сидит там. Сейчас опять приходится. Ну, что ты будешь делать? Я уже показывал, но она же это не видела. Вот тут ей придется поневоле увидеть. Почему? Потому что кто-то же этим фильмом ткнет ей морду-то. Сейчас я вам покажу гриб где-нибудь внутри дерева. Потому что я-то патологоанатом. Вот. Вы калечите, а я лечу. Ну, лечу словом, потому что если искалеченное дерево вылечить невозможно. Искусственные раны, вот такие вот. А это тоже кто-то глупо сделал. Искусственные раны не заживают, только естественные. Морозобоины заживают. Запомните, вы этого не знаете. Возьмите это, как у вас там, Платонова, ручку, запишите, если вы этого не знаете. Но я все-таки вам найду сейчас это. Я еще полностью не составил так называемую фотогалерею глупостей. Я ее только готовлю. Вот, видите, как это ваши эти самые, как вы дерево калечите. Это ваши приемы. Это ваши приемы. Вот. Ладно, проехали. Все, успокоиться не могу. Что вы деревья губите. Сейчас мне надо распил найти. А, вот он, нашел. Вот смотрите, вот это гриб, запомнили. Ручку взяли, карандаш взяли, это гриб. Вот это рана. Вот тут образуются грибы. Ваше дерево, которое сейчас демонстрировали вы, оно больное насмерть. Понимаете, на нормальном дереве грибы бывают, там, где сделаны раны. Вот. Вы вычистить это можете. И вот раз не можете, оставьте кору в покое. Она такая, какая есть, повторяю. Она такая, какая есть, какая она должна быть по природе. Дошло? Вот. Вы вот это вычистите, когда вот тут гриб убираете. Вы даже по грибы в лес-то, наверное, не ходите. Вы даже не знаете, что грибница-то там находится в недоступном для вас месте. Ну, что вы нам еще преподнесете? Так, даже рукой. Да, вся кора, давай, которая давай. Отстает, она не нужна. Потому что она все равно... Перед зимой. Перед зимой. Представляете? Еще одна линия защиты от мороза. От кора, пусть отмирающие. Ручку взяли, забыли? Уже мертвая не будет держаться. Для нее место... Вы видели цвет этого дерева? Это абсолютно больное дерево, абсолютно. Обратите особое внимание на молодые растения, потому что их древесина особенно сладкая, и ей лакомятся зайцы. Все, что упало, аккуратно собираем и отправляем в костер. Это надо сжечь, ни в коем случае не класть в компост, потому что там вредители. Так, а теперь... Будем спускаться, вначале поднимаемся на небо, потом спускаемся на землю. Прежде чем я нашел еще один, тот, который искал сюжет с калечением дерева плодового, я хочу вам напомнить о том, о чем когда-то уже говорил, но кто из вас видел все 300 фильмов, боюсь, кроме главного редактора Вестника Садовода Ребрика, никто. Вот, но он профессионал и вот настоящий ученый. Вот. А я тут вынужден повториться. Дело вот в чем. Вот это почти поэзия. Это сам великий Тимирязев. Вот. Но получилось так, что он последние два века переворачивается в гробу. И вот почему. Вот. Когда-то он
писал про луч солнца, который согревает нас. И однажды он написал такую... Я ее не нашел. Я искал, но не нашел. Нашел нечто похожее. Но эта фраза знаменита, она относится к таким вечным истинам. Подчеркиваю, истина, хотя мы будем отталкиваться от этой истины, чтобы доказать, что его последователи совершили страшный грех против всей жизни на земле. Вот. Примерно звучит так, на память говорю. Нет у меня сил времени искать, искать, искать. Есть, его звучало так, если луч солнца не упадет на почку, она не станет плодовой, плодоносящей. Вот примерно так. Вот клянусь, что я ничего не переврал. Что сделали его последовательно? Они его, у него там были цифры 10%, 30% освещенности. И они пошли дальше. Они, используя его знания, его талант, его гений, они сказали, деревья растут неправильно. Неправильно. И мы будем это исправлять. Дошло до анекдота. Ведь сколько раз я эту фразу уже... Мне даже приводили как истину последней инстанции. Кидайте в дерево валенком, и если валенок пролетит насквозь дерево и не зацепится, вот именно вот такая разряженная крона должна быть. Дикость беспощадна. Я это проходил, мы это все проходили. Вот. Я хочу сейчас показать вам сюжет, где глупая, смертельная, опасная работа делается с улыбкой на лице, вот, помахивая секатором, и потом посажу их за парту, за виртуальную, вот, напишу короткий конспект и скажу, зубрите, 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 и хватит уже это самое. Не умеете, не понимаете вы ничего в садоводстве, пожалуйста, занимайтесь цветочками, занимайтесь морковкой, капустой, вот, там ошибки не так это самое. Звучат. Нет такого огромного ряда, какой вы принесли в садоводстве. Ну что, давайте смотреть. Где у меня делось это? Не к ночи будет вспомнито. Ладно, поехали. Мне надо сходить за валидолом. А вы пока начинайте. Каждый садовод в душе волшебник. Он с помощью приемов стрижки может сделать крону растения более широкой и более узкой. И я сейчас покажу технологию, как это делается. Если у вас на газоне растет солитер, то есть одиночно стоящее дерево, то есть смысл крону сделать более раскидистой и выразительной. Тем более это касается всех плодовых деревьев. Вы же знаете, что только на горизонтальных ветках образуются плодушки, маленькие ветки. Чушь. Показать вам эти... Ой, я же не готовил это все. У меня же сотни фотографий, где на вертикальных ветках. Что же делать-то? Ну-ка, сейчас я быстренько где-то у меня тут, он же был рядом, этот самый. Ох, не готовился я, жалко. Думал, быстренько посмеюсь над ними и на этом закончу. Так, опять же, где у меня? Где у меня? Где у меня? Вот она, фотогалерея. Господи, сколько у меня тут этих вертикальных веток. Самое интересное, знаете, когда они гнутся, становятся вертикальными вниз, и все увешаны плодами. Вот это фантастическое зрелище. Нет, как же мне быть-то? Ну ладно, давайте все подряд. Потеряем немного. Зато побываем в лучшем российском. Я его называю лучший российский сад. Да вообще северный сад на севере планеты лучший. Вот. Ну, здесь она права, это почти горизонтальные ветки. Ну, а это? Ух, она хочет сказать, что она была горизонтальная? Нет, она была почти вертикальная. Вот. Ой-ой-ой, так. Самое главное, когда она заставляет вот такие вот... специалисты якобы уничтожать ветки, которые растут вниз. Сейчас я вам
примерно объясню, раз она не понимает этого. Она скажет, ветка была горизонтальная, под урожаем вас, Валерий Константинович, нагнулась. Опа, не туда нажимаю. Ой, елки-палки, не туда. Куда-то я залез. Так, ну-ка. Надо было готовиться к таким речам. К таким. Выбрать сотню бы сразу фотографий, что-то не хватило соображения. Это деревья, к которым не прикасался секатор. Большинство из них. Вот. А если бы прикасался госпожа Платонова, вместо сада тут был бы в Сибири, вот что было бы. Вот. Опа, опять не туда. Ладно. Не туда нажму, исчезает куда-то все это. Вот вам вертикальные ветки. Ой, горизонтальные. Вот вам горизонтальные ветки. Видите, все дойденные ветки были сломаны. Откуда-то взялся эта форма. Сам не ожидал сеянца. Вот еще сломаны ветки. Ай, сколько. Как бы вам не надоесть с этими фотографиями. Сильно много. Вот вам и горизонтальные ветки. Что, хватит показывать? Не готовился я, а так и вот получилось. Так, ладно, переходим мы к бобрам. Итак, значит, первая глупость, что только горизонтальное плодоносит. Теперь она начинает калечить дерево. Веточки, на которых проявляются плоды. Поэтому крона должна быть раскидистой, хорошо освещена. Сейчас я вам покажу технологию обрезки. Для этого нам понадобится только секатор. Плодовые деревья стригут на внешнюю почку. Будем ее искать. Давайте рассмотрим, как расположены листья на окончании вот этой ветви. Мы увидели, что вот этот листочек, который находится внизу, принял правильное направление. Если новая веточка будет в пазухе этого листа сформирована, то направление ветви будет правильным, то есть она будет опускаться вниз. Поэтому мы все лишние ветви обрезаем вместе с листочками. Вот так из этого места в будущем году... Из этого места сюда попадет мороз. Дело в том, что это уже лето или осень. А, яблочко видели, это осень. Вот. Строжайще должно быть на уровне России, на уровне Академии наук принято несколько законов садоводства. Я пока их называю постулатами, но некоторые уже тянут на аксиому, на закон. Не подходи с секатором к дереву, не это, ведь она же сейчас таких ран столько понаделает. И вот перед зимой вот это вот начнет умирать, понимаете, умирать. Я таких видел случаев столько, что сейчас для меня она стала преступницей. Самое мягкое слово, которое я был в другом фильме, я назвал клоунами. Там они калечили деревья, но с ужимками. С такими ужимками, что жутко было смотреть. Потом появится продолжение ветки, и оно примет нужное... Вот тут рана. Вот тут рана. Какое продолжение ветки? Вот это вот смерть. Еще раз говорю. Вот это место, которое сейчас она показывала, вот тут пойдет продолжение. Вот. А она сказала, у меня только секатор. Она не собирается даже рану замазывать. Тут же иссыхание, тут же ворота для мороза. Очень удачно, поэтому если над ним мы срезаем ветку, то новый побег, который появится в пазухе листа, сделает крону открытой и более раскидистой. То, что нам и нужно.
Вы можете спросить, а если листья расположены попарно, как вот на этом дерне, что же делать? В этом случае мы выбираем не направление листа, а направление, самое ближнее к внешнему краю ветви. Вот посмотрите, листики располагаются попарно. Вот в этом случае мы выбираем направление ближайшей ветви. Вот эта ветка растет внутрь, а вот эта наружу. Именно ее-то мы и оставляем, а эту просто удаляем. Ну все, дальше у меня уже нервы не удерживают. Сейчас я сяду, подготовлю конспект. Вот, я надеюсь, что друзей у меня много. Когда количество достигнет хотя бы сотен, я очень непопулярный блогер, очень, вот. Я видел там у этих самых, вот тут по несколько тысяч просмотров, еще не поздно вот это все удалить. Еще только вот здесь сколько там она научила? 8, почти 9 тысяч человек научила, да? Вот. Но научат еще десятки, сотни тысяч. Потому что не так давно снято, за эти годы. А я хочу, чтобы все это было удалено, чтобы посмотрели другие. Вы только наберете в Ютубе слово «обрезка деревьев», там куда она еще мало калечит. По крайней мере, она вот и ветки потеряются, которые она обрезала, искалечены. Но дерево еще живо будет. Вот. Сейчас, значит, посажу ее за парту. Господи, хоть бы хоть кто-нибудь бы ей это переслал, чтобы она увидела своими глазами, моими глазами, со стороны, что-то творит. А потом реквием, который я придумал. Сейчас этот реквием, это надо было вот ее показывать, но вместо, вот когда она вот это все делает, да, но без звука и под музыку похоронную. Может, я такой придумал. У меня с реквием уже есть один, там я насобирал эти фотографии с разных садов, где это самое... Страшные раны вместо обрезки, то есть от обрезки страшные раны, да, и мертвые, полуживые мученики деревья, вот, и сделал под музыку это все. Я, кстати, вот попрошу сразу, того, кто будет делать этот фильм, скорее всего, Денисенко, в конце этот трек, по-моему, он его и делал, этот трек им ставить. Пусть полюбуются. Так, но впереди еще урок. Я вам преподам урок, потому что вы должны это все, как отче наш. Если у вас совесть есть, когда до вас дойдет, вы хотя бы уже они ролики сыграли, вы за них уже зарплату получили, за эту дрянь, за вот эти вот самые смертельные приемы, что вы уберете все, что вы нас показывали, как вы садили больные совершенно деревья, вот эти вот самые, с длинными штампами, с ранами вместо нижних веток. Вот. Но я уже все это в разных фильмах показывал. А урок будет просто. Я вам несколько таких этих основополагающих истин. Надеюсь, поймете. Надеюсь, это самое. Поймете, что вы творили до сих пор. Ну, вы, по невежеству. Вы понимаете, вам нельзя заниматься садоводством. Вам нельзя других учить. Вы из другого мира. В этом мире царствуют такие законы дикие. Ведь все, что вы делаете, это все направлено на уничтожение деревьев. Ну что, переходим к уроку. Так, друзья, я взял паузу на сутки, на полторы. Пересмотрел то, что я в горячах вам снял, рассказал. Вот. Небольшая перестройка. Я пообещал, что будет снят... В конце снятый мной когда-то фильм под названием «Реквием». Вы знаете, что такое «Реквием»? «Реквием» — это то, что на похоронах. Так вот, похороны с российского садоводства уже давно состоялись. Так, и вот там у меня под траурную музыку я показываю сотню фотографий изувеченных деревьев, благодаря, знаете, кому. Вот, весь мир сошел с ума. Так вот, значит... Не будет реквием, я хочу, чтобы конец был более, конец фильма был более оптимистичный. Но за парту я все-таки вас посажу, уважаемые феи. Слово «феи» только надо в кавычки брать. Так вот, небольшая преамбула. Однажды я
выслал несколько статей в крупнейший журнал России. Ну и, может быть, один из крупнейших, так можно сказать. Популярнейший, это уж точно первое место по популярности. В ответ получил ответ, что мои эти статьи, они входят в их формат. Я согласен. Вот. Еще когда-то, раньше, правда, другой главный редактор мне написал следующее. Пожалуйста, переделайте статьи так. Пункт первый взял лопату, пункт второй выкопал яму, пункт третий размер ямы. Вот. То есть инструкцию. А я все время рассказываю. И мои рассказы письменные, эпистолярный жанр, так он, кажется, называется. Ох, смеяться будут, если я неправильно сказал. Ну, то есть письменный жанр, вот, оказался невостребованных, потому что он разговорный. Вот. Хорошо, что Ребрик, сам Ребрик, единственный главный редактор, москвич, который обратил мне внимание, сравнил меня даже с Андроником. О, Андроников это был лучший рассказчик России. Спасибо ему за такое сравнение. Вот. Но зато меня теперь упрекает некоторая занудность, за долгоречие. И вот что она мне... Завязалась переписка. Я упрекнул в том, что я не называю ни ее фамилию, ни это название этого средства массовой информации. Вот, завязалась переписка. Я упрекнул в том, что они пишут много того, что приводит к гибели деревьев. Я спросил, какое у нее образование. Она ответила. Знаете, какое у нее образование? Вот. Дачное. А кто эти самые дачные все эти технологии придумал? Вот. Люди придумали. Но люди, которые передавали этот опыт из уст в уста, из письма в письмо, из статьи в статью, и, наконец, дошло это до 21 века. Ну, это как если бы до сих пор выпускали автомобили «Запорожец». Ну, яку в придачу, не к ночи, будь она помянута, я на ней поездил. Вернее, я ее потаскал, стоя за ней и толкая ее вперед. Так вот, вот это вот можно назвать и преамбулой. Итак, дачное образование, то есть никакого сельхоз, она же редактор крупного СМИ. Вот, естественно, откуда ей знать, какие советы губят, а какие советы помогают развитию садоводства. Ну вот, феи, добрался я до вас, садитесь за парту. Вот, я хотел составить конспект специально и читать, чтобы медленно, чтобы вы записывали. Я знаю, что не будете записывать, но чтобы делать вид, якобы вы записываете. Вот. А потом вспомнил, одна из неизданных моих книг, вот она. Вот это все, что вы видите перед собой. Вот это, 1, 2, 3, 18 и вступление, 19 глав. Вот. Это и есть будущее садоводства. Ее попробовал печатать Ленинград там в лице одной главной редактора. Но ей не надо было столько фотографий. Вот чем страшно то, что ей не надо столько фотографий. А у меня, так как нужны хотя бы по одной фотографии, доказательства своей, своего этого. И вот она, скорее всего, не будет никогда напечатана. Вот. Я смотрю какой-нибудь журнал, как же они называются, дамские эти, модные. Космополитен, что ли. Вот. Толстый. Полтора пальца толщиной, да, и кругом глянцевые эти. А здесь вот нет, невыгодно эти самые цветные фотографии размещать. Вот ведь как получается. И отказались. Но теперь я предлагаю вам ее в качестве лекции. Хотите, записывайте, хотите, просто слушайте. Но я обращаюсь сейчас ко всем. Это я выбрал и в качестве собеседника образных. Виртуальных, на самом деле всем пригодится. Но все-таки я обращаюсь к вам, как бы с вами общаюсь. Итак, новое садоводство в 21 веке. Постулаты альтернативного садоводства. Я не буду все, я не пугайтесь, несколько выберу. Вот. Абсолютных истин в природе, в садоводстве и природе в целом не бывает. Постулат за номером раз. Дело в том, друзья мои, что... На самом деле уже некоторые истины
можно считать уже абсолютными. Одна из них звучит так, потом мы дойдем до этого. Запоминайте, записывайте. Это нужно вам, потому что вы находитесь на самом краю борьбы с садами. Подчеркиваю, вы дачные феи из телеканала «Бобер», находитесь на самом краю, на переднем краю борьбы с садоводством. Почему? Аудитория у вас гигантская. Вот. Я такое не могу мечтать. У меня просмотров там за год полтысячи. Вот. А у вас на некоторых сотни тысяч. Итак, все-таки я этого нет. Значит, получается, моя книга эта устарела. Постулат за номером раз должен звучать так. Пока примерно. У дерева нет ни одного лишнего листочка, тем более ветки, тем более это самое. Измененной формы не может быть никогда. Объясняю вам, почему. Вы это понятно, что биологию в школе нас презрительно называют ботаниками. Хорошо, если один из тысячи сейчас может отбарабанить, для чего служит лист. Объясняю языком для, чуть не сказал для кого, то есть для людей, мягко говоря, троечников. Вот. Это значит, что лист – это солнечная батарея. Дальше я не буду расписывать это все, как это, что такое хлорофилл, что такое фотосинтез и прочие вещи, иначе сейчас и кто слушал меня до сих пор, отключит его. Вот. Но это солнечная батарея. Объясняю простым языком. Лист любой дерева работает не только, и вся ветка, которую вы считаете лишними, вот, она работает на все дерево в целом. Дальше. От количества. Вы пишете, нет? Записывайте. А? Окей. От количества листьев и площади листьев в целом зависит урожай за все годы. Оторвав один листик, мы его уменьшаем, пусть на, так сказать, исчезающую величину, но тем не менее уменьшаем. Догонку говорю. Значит, это еще не все. Отрезав ветку, а вы ее отрезали в этом фильме, так? Вот. Вы пытались придать направление оставшейся верхней почке в нужное, казалось бы, для улучшения плодоношения. Запомните следующую самую вот, вещь. Вы сделали страшную рану возле той самой почки, а впереди зима. Единственное время, запомните, раз вы не знаете, я уже таким менторским языком, что единственное время обрезки, подчеркиваю, вынуждены, является время сокодвижения, это значит весна. Ориентируйтесь по сокодвижению березы. Вот. У более мелких деревьев по росту чуть-чуть раньше наступает. Вот. Вот это вы должны знать. То, все остальное время дерево неприкосновенно. В идеале оно вообще неприкосновенно. Вот. Далее, вы, пройдя вокруг дерева, чик-чик-чик-чик-чик, как вы нас учили, вы делаете десятки, а может быть другие ваши такие же, как вы, сотни ран. Вот. Это все ворота для инфекции и для мороза. Вот. Вы еще умудрились даже не сказать «замажьте раны». Далее, значит, почка, которая должна идти вверх, скорее всего, погибнет. Почему? Потому что климат раскачивается, и то, что безболезненно делают, как украинский тот автор, отрезая ветку, чуть у меня инфаркт не хватил, ссылается на германский опыт, а в Германии на зеленых газонах зимой играет футбол, в этом году уже не играли, в этом году в Западную Европу такое случилось, что такая страшная зима, они же в этом году без урожая же останутся. А если еще увечье дерево, то еще страшнее. Далее, значит, я сейчас уже договорю, а потом все-таки в виде постулата еще несколько скажу. Дерево, специальный наклон делать не надо. Дерево растет вверх. Большинство веток устремляется вверх. И вам кажется, что они плохо плодоносят. Я могу отдельно, свяжитесь со мной, по скайпу, как угодно. Я вас запущу в свой компьютер. Я вам покажу. Сейчас я не успеваю все эти темы поднять. Вот. Я вам покажу сотни фотографий, где плоды растут на а. вертикальных ветках, б.
ветках с острым углом, вот. А потом случается то, что случается, дерево делает само. Не считайте их тупыми. Они растут вверх, появляется первый урожай, и ветки начинают наклоняться под урожаем. Когда урожай будет собран или будет сброшен деревом, ветки вернутся, но в первоначальном положении уже не вернутся. Большинство из них примет ту форму, которую вы им хотели придать, как? Уничтожая часть ветки. Далее я еще сразу скажу, а потом все-таки пройдемся по этим. Самое главное не упустить меня. Вот. Самое главное, чтобы меня не упустить, это следующее. Значит, дерево, это тоже постулат, должно иметь нормальное детство на развитие. Чем позже дерево вступит в плодоношение, тем здоровее оно будет, и тем больше урожай за все годы оно даст. Вот почему эта вещь простейшая не приходит ни вам в голову, ни тысячам авторов, которые вас научили, по цепочке передавая 21 век. Ну а теперь, пожалуйста, самое главное я успел сказать. Я боялся, что это... так как все равно вы вряд ли это смотреть будете, я попрошу друзей, кого угодно, случайных людей, хотя в садоводстве случайных не бывает. Раз кто-то посмотрел, он уже наш. Отправьте его в эту самую, бобер. Я им 300 фильмов отправил. Я думал, может быть, хотя бы, вот сейчас все будет решаться. Вот эти вот губительные, их там много, этих, много накопилось роликов, которые должны быть немедленно уничтожены. Причем это не мракобесие с моей стороны. Они должны быть уничтожены, чтобы уже меньше людей ковелечило свои дела. Их так много. Они ни в чем не виноваты. Я за все годы получил, если за все годы, десятки тысяч писем. У людей опустились руки. Что вы творите? Мало того, что у нас этот рынок, лохотрон дичайший. Я куда ни зайду, сейчас все, везде эта самая фирма, которая нарисовала эти саженцы. Везде, везде. Люди не понимают, но их дурят так, что... Они наши, советские, простые, нормальные люди, старшее поколение. Я, ребята, только сейчас, я уж ко всем обращаюсь, разговаривал с Антоном Сафроновым. Вот почему? Потому что, это немножко отклоняюсь от темы. Он сказал, что его друг интересуется, каким противоопухолевым действием оказывает абрикос. Я рассказал ему все, что знал. Вот. Я только сейчас в Архангельскую область 200-300 косточек за полцены выслал для стариков, которым они нужны именно от рака. Вот. Я хотел бы вот что сказать. Вот это вот бедствие, которое вы принесли своими советами, да, ну, назовем их вредные, опасные, их нельзя даже бесполезными назвать. Они действительно промораживают это. Закалка корней, выкапывание корней, это же такая дикость. И до сих пор у меня главная дикость была, это отрезка центрального корня с целью улучшения корней. Ну, тоже не хуже. И вот, значит, представьте себе картину, да? Вот. Источники говорят, абрикосовые зерна, ядрышки, помогают в борьбе с опухолями. Вот. У меня пока есть, но я сочтете это за рекламу. У меня есть пока один положительный опыт, я высылал специально, да, вот. Второй вот только в Архангельской области, да. Третий это Бродский, который, приговорен был очень давно, который ест собственные же, собственные косточки. Ладно, значит, вы представляете, что если бы в каждом саду росли бы абрикосы, а? Вот бы мы устроили бы эксперимент, вот бы мы всей России бы ели эти косточки. А нам приводят страшные цифры, не дай нам Бог никому оказаться на месте тех, кто уже приговорен. Вот о чем речь идет. Тем более ваша, я считаю, это вина ваша, что вы ничему не хотите учиться. Еще раз говорю, я вам вышел 300 фильмов. Я вам вышлю, вот сейчас посмотрите, любому, кто мне только обратится. Я за них не прошу ни копейки. После этого, значит, пойдем дальше. Я пропускаю постулат номер 2, кому надо, прочтут.
специально останавливаюсь. Потом вы будете читать, останавливать. Я вам все-таки одну главу все-таки я вам полностью покажу. Вот. Постулат номер 3. Он очень важный. Дело в том, что почему? Знаете, почему не считается обрезка деревьев, не связывается с гибелью? Читаю свой постулат за номером 3. Существует прямая связь деревьев, улучшенных с помощью пилы, секатора, ножа, с так называемыми предсмертными обильными урожаями. Термин мой и последующей гибелью. То есть вы видите как? Вы искалечили дерево, а оно не только повторило урожай, еще и больше. Потом, когда оно погибнет, вы к чему угодно будете это причину называть, да еще с умным видом. А вот этого вы не понимаете. Предсмертный обильный урожай. Вот этот термин я ввожу в садоводство. Я железо ввожу в садоводство. Предсмертный обильный урожай, связанный с обрезкой. Любой обрезкой. Господи, хоть бы вы это, может быть, правда, может быть, первое хоть кто-то, хоть до кого-то дойдет. Так, это я пропускаю, читайте кому надо, только потому, что про это я не видел ваших роликов, я их видел всего 3 или 4. Не хватило, чтобы валидол пить. Вот. Вот это тоже прочтите. Сами прочтете, поймете, нужна эта книга или нет. Вот. А вот это вот, фея, уже к вам. Вы что? Вот передо мной дерево. Снимок старый. Когда-то я так же, как вы, вот делал вот такое вот это. Мы с вами 2 сапога или 3 сапога. Вот. Видите? Вот эти вот ветки я лично уничтожил. Дерево не погибло. Дело в том, что есть много факторов. И когда все в кучу складывают, вот как вы, деревья гибнут. Ну теперь вспоминаем, что вы там на это самое взяли. Тяпку и вот это все уничтожили. Вы убрали всю листву. Я ее называю третья линия обороны. Еще короткая лекция. Первая линия обороны снег. Нет, не так. Первая линия обороны дерн. Вторая, это по порядку. Вторая линия обороны упавшая листва. Третья линия обороны от мороза снег. А вы что делаете? Не зря я там где-то воскликнул, с ума сошли. Это вот сейчас, я посмотрел ваш этот самый, ну не я, конечно, любое, я уже проклинаю себя, что снимок-то удачный, но вот этот, стыдно мне за вот этот штамп изувеченный. Больше с тех пор я такие штампы изувеченные не делал. Но тогда еще делал. Ну ладно. Смотрим, что это самое, что мы видим. Мы видим линию обороны. А я должен был все это, не я, а обыватель, с нормальным это... Человек, которого так вы подставляете, это все должно быть уничтожено и откопано до корней. И еще это, ну ладно, вы скажете, у нас дерево было моложе, его надо было закалять. Как можно закалять, уничтожая средства защиты от мороза? А вы хоть что-нибудь в корнях-то понимаете? У нас в Сибири. Уже эта работа нами проделана. Как проделана? До Нового года. Черная земля. Минус 40. Если бывало пропускали деревья урожай, то уж по крайней мере корни никогда у нас не замерзали. Такой страшной ценой кое-то самое закалять корни, придумать. Уничтожить все. Ну ладно, я тут увлекся. Еще пройдем дальше. Постулат номер 7. Дерн, крыша, почва-подвала. Если дерево это дом, то есть у него и подвал, и крыша, и подвал. Дерн неприкосновенен. Читаю дальше. Постулат номер 8. Кости, корни и листовой аппарат, имея специальное устройство, расположение и программу, кроме других задач, регулирует водный режим подвального помещения почвы. Если вы, феи, уничтожая деревья, то есть это потом уже уничтожая, это как бы, я оговорился по Фрейду, уничтожая дерн, раскапывая и до этого самого, до корней, вот, если вы это делаете, вы понятия не имеете вообще,
что делается под землей. Там, под землей, и само жизнеобеспечение дерева, причем не только корней, а все, что к ним относится. Там фабрики, там заводы, там кипит жизнь, там это самое, перерабатывается все, что даже вот это вот, да, не говоря о подводах, вот это все в гумус. Вы об этом знаете? Собрать листья, унести. Ну, так. Теперь, значит, то, что я у вас не смотрел, то я пропускаю. Но все равно полезно будет вот это все вам прочитать, друзья. Будете останавливать и читать. Вот. Просто есть полезные советы. О корнях должен быть отдельный разговор. Посмотрите. Конечно, это постулаты. Я бы мог здесь привести сотню фотографий корней. Сотню. Вы бы увидели это все богатство, это все разнообразие. Как корни, для чего они служат. Какие из них грызут минералы. Какие из них пьют воду. Какие из них пищу принимают. Вот. Да вы уже сами все видите. Вот он. Уникальная фотография. Курдюма прислал. Николай Иванович. Это, если бы не вы, я сам был... Я же не мог выкопать до сюда. Да, копал. Вот. Есть удачная фотография, но не до такой же степени. Это была огромная работа ученых. Вот это все воспроизвести, выкопать. Вот, и все это зафиксировать на бумаге. Видели? А вот это уже я. Но это только верхний слой. Это вам тоже пригодится знать. А вот это, вот не знаю, чем это, я сразу только сейчас мысль метнул. Скажите, Афей, вы показывали несколько раз, по телевизору видел передачу, обязательно обезображенное дерево, уже то, что вы стоите под ним, не сгибаясь, это чудовищно, это... Ужас, какого коллегу превратили. И вы еще пытаетесь их лечить, что-то там белить, красить, замазывать, опрыскивать. Вот. Я к чему это, знаете, говорю? Вы мне можете хоть в одном фильме, ну там про грядки мне не интересует, урожаи там помидоров или капусты. Слава Богу, у нас любой дачник это вырастет даже без ваших советов. Вот. Хотя там наверняка у вас много полезных советов. Вы приводите. Тут я могу даже склонить голову перед вами. Вот, я тупой этот самый, овощевод. Ну, как все. То есть не начитанный, не знающий ничего. Ну, выращиваю прекрасные помидоры, огурцы. Это само собой. Ну, видимо, у вас урожай лучше, раз вы это маячите на экране. Видимо, что-то помогает давать урожай. Тут я молчу. Но вы мне покажите свой сад плодоносящий. Ведь вы же где-то росли, у вас были наверняка есть дачи, вы где-то учились в школе, понятно, там из нас дураков делает школа, тут к вам претензий нет. Но у вас должно быть специальное образование, кто-то из вас кандидат наук. Но вы вырастили дерево такое, хотя бы одно. Почему не на фоне этого дерева? Почему я не вижу маточных садов нигде? Что это такое? Покажите мне маточный сад и в этот самый, который вырастет своими руками, еще раз говорю. Больше 100 плодопитомников украли мои фотографии, самые красивые, самые яркие. Для чего? Начинаешь разбираться, ничего своего нету. Пишешь им письмо, покажите ваш маточный сад. Вот эти два, мол, плодика, они же с интернета. В одном случае, мои, железо в другом случае. Покажите свой сад. Хозяйка уехала. Мы не знаем. Ответ этих, тех, кто связь поддерживает. Уехала и не приехала. Вот так. Когда вы мне подъявите такой маточный сад, вот,
Я перед вами буду долго извиняться, но от своих советов не откажусь. Те, которые я сейчас вам говорю. Вот. Так, тут дальше у меня пойдут проблемы корней. Вот, прочитайте это без меня. Видите, какой я? Это ж сколько мне труда понадобилось выкопать вот такое дерево. Вот. Зато я теперь, это только такой фанатик может, как я, выкопать целиком корень. Зато я имею моральное право учить других. Я вам показывал уже этот самый, свой маточный сад. Это еще он подвергается дичайшей обрезке за счет того, что черенки нужны, да прокормы нужны. Так бы к нему бы, кто бы другой подошел с секатором, я бы застрелил без ружья. А я сам калечу, потому что для прокорма нужно. Еще вот эта фотография. Я про корневые отводки сейчас не буду. Вот. Нет, все-таки скажу. Итак, я уже обмолвился следующее, что дерево должно иметь свое детство. Вот. Его ни в коем случае нельзя резать с целью приблизить плодоношение. Нельзя. Помните перевод ветки с ростовой на плодовой и прочее. Много чего придумали. Любое калеченное дерево приближает плодоношение. Не отодвигает, а приближает. Так. Теперь, сама прививка, вы видите, однолетний привитый саженец весь в плодовых почках. Это почему? Потому что он именно привитый. Вот почему. А это тоже калеченное дерево. И ничего хорошего в этом нет, кстати. Вот. Искалечили. Раньше получим урожай от привитого дерева. Ну, оно уже не будет таким долгожителем, как не привитое, это понятно. Вот. Но что делать? Это вынужденный мер, разужу руками. Вот. Еще раз говорю, если дерево сеянцевое, и даже дерево привитое, вот оно привитое, вот с этого момента, ничего не делать. И в плане обрезки ждать урожая. Чем позже вступит в плодоношение, вот, тем лучше будет, не так, чем больше будет урожай за все годы. Никаких изощрений, не приближайте их смерть. Тем более я раньше когда-то еще пытался научить обрезку делать, а потом понял, знаете, это как, кто-то когда-то сделал первую операцию аппендицита. Может, пациент и умер, может, 10-й умер, 11-й выжил, появилась технология. Хоть говорят, что аппендицит самая легкая операция. Ну, дайте теперь этому рубщику мяса на рынке. Он прекрасно владеет ножом. Вот. Дайте ему возможность сделать операцию человеку. Подоверите вы ему свой аппендицит, который воспалился. Так и здесь. Не умеете, вообще не подходите к дереву. А учебу эту забудьте. Я точно так же знаю прекрасно. Под верхнюю почку будет расти вверх. Под нижнюю почку нельзя, будет расти вниз. А у меня большинство деревьев под урожаем так склонилось, чтобы ветки растут вниз. А приди новый хозяин в мой сад, ну там я беру какой-нибудь крайний случай. Вот. Придет новый хозяин, схватится за голову. Мать честная, ветки растут вниз. А мне эти феи-то научили. Сейчас берут секаторы, давай резать. Я уже в этих 300 фильмах там... Ветки, там на конце ветки целый этот, пол ведра висит, допустим, груш. На последняя почка дала такой урожай, последняя, самая нижняя. Так я на вертикально вниз растет. Да что ж мы должны это? И сколько я уже в фильмах этих сотни фотографий, ну а это все отцом да потому. Не калечьте деревья, умоляю вас. У любого дерева должно быть полное детство. Но это по неволе получается. Когда моя речь пойдет про корневые отводки, вот я вам постулат номер 18. Раннее плодоношение, компактная крона, частично передается карликовость подвоя, но короткий срок жизни. Если бы я просто продался, я говорю, ой, будет жить. Знаете, у меня есть это самое, там написано, что я в одном из фильмов, вы видели, я там взял фотографии прямо из журнала, не я придумал, человек придумал, вот. Что обрезка увеличит срок жизни дерева. Это я когда прочитал, я думал, да ты что, с ума сошел?
А я уже как пишу? Прикорню отводки, раннее плодоношение, все прекрасно. Компактная крона. Хочешь пораньше по это? Корневая частичка придется карликовой. Но короткий срок жизни. А почему короче срок? Отсутствует срок взросления, который у сеянца яблони может быть 10-25 лет. То есть яблоня сеянцевая может заплодоносить на 5-й год, но это если изувечить. Нормальная на 10-й, на 15-й, 20-й, бывает 25-й. Груши это тоже относится. А мы брали корневой отводок. А это корневой отводок, часть взрослого дерева. Вот. Но это я уже, кажется, ухожу совсем в сторону. Вот. Дело в том, что то так получается. Мне надо замалкивать. Я уже эту обещал вам всю главу показать. Первую главу. Вот я показываю. Читайте. А вот первая глава кончилась. Теперь смотрите. Вот они все. Номер один, есть два, три, четыре. Вот многое из того, что я критиковал, есть в этих главах. Но здесь уже предметно. Здесь уже это все в виде истины последней инстанции. Вот. Самое главное уже это еще у меня, допустим, к сожалению, правильно Курдюмов говорит, если я утверждаю, вот вы видели один из постулатов, что культурные, вкуснейшие плоды, деревья, которые дали, появились на планете раньше человека. Вот. И это Курдюмов считает. Говорит, пусть это будет гипотеза. Я говорю, пусть будет постулатом. Когда-то, когда дойдет до людей, это все нормально. Вот. Это будет уже аксиома. Вот вам уже аксиома. Пока это кандидат на аксиому. И аксиома, которая должна быть такая. У дерева нет ни одного листика лишнего, ни одной ветки. И, наконец, я все-таки вынужден. Возможно, это последний мой фильм. Вот. Возможно, последний фильм. Так, где я сейчас только был? Ага, вот здесь я был. Еще скажу. Это есть в фильмах. Ну, вы же те не смотрели, а это вдруг вас заставят посмотреть, да? Вдруг вас заставят. Вот, видите, вот это дерево. С этого дерева не было яблони, с нее не было срезано ни одной веточки, ни одной этой. Запомните раз навсегда, у меня есть специальная фотография, там где это, ливневый дождь, и капли я красиво заснял, может это есть в остальных главах, я красиво заснял, как капли падают под углом, не вертикально, а под углом. Так вот, запоминайте, ручки уже отложили в сторону. Возьмите снова. Значит, дождь падает, допустим, сверху. Потом форма листьев сделана специально так, чтобы попадая с листочка на листочек, с листочка на листочек, с листочка на листочек, большая часть воды оказывалась за пределами вот этого, или по границе, или за пределами вот этой проекции. Поняли? Нет, не поняли. Дело в том, что так как под деревом существует подземные этажи. Вот у нас сейчас идет наводнение, да, и уже топит у людей погреба. Вот. Вы со своей разреженной кроной делаете так, что пронизывает дождь насквозь и затапливает подземные этажи. Дождь у прореженной кроны, это, еще раз говорю, это один из постулатов, дождь из-за прореженной вами кроны пронизывает дерево насквозь и затопляет подземные этажи. Там происходит страшная смерть. Там под землей затапливают все фабрики. Вот, по производству грибов, фабрики по производству гумуса, фабрики, там оттуда уходят черви, которые все это производят. Оттуда уходят гибнут муравейники. Важнейшие муравейники, а фея, забыли, как вы учили уничтожать их? Вот, важнейшее это самое,
элемент. И, в общем, получается так, что дерево начинает болеть, а вам, ну, плюс, конечно, десятки ран, которые вы сделали, как же ветки лишние, он и сколько вниз растет, ужас, а где штамп, ой, надо все отрезать. Вы приводите постепенно к гибели дерева. Зачем нужна крона полная? Почему ветки растут внутрь? Объясняю. Ветки, их расположение такое, что они, чуть не сказал механически, автоматически, они по программе заполняют любую пустоту с таким расчетом, чтобы каждая капля, подчеркиваю, вы не знали этого, и фильмы мои не посмотрели, и сейчас не знаете. Может, сейчас вам кто-то скажет, встретит на улице, скажет, фея, вот, я Железову просил передать. Каждый листик расположен так, чтобы каждый листик подсёк. Каждая капля падала с листика на листник и не перевлажняла почву, и не гноила штамп. Поняли? Я вот чуть не кричу. Почему? Когда-то же говорил спокойно. Вот. Постепенно перестали меня печатать все СМИ. Хорошо, интернет появился, фильмы мне никто рот теперь не заткнет. Вот. Ну что, да, опять уточнение. Речь идет о все, что я сказал, касается прежде всего деревьев, которые выросли из семечка. Вот. Оно в меньшей степени тоже относится к деревьям, выросшим из, то есть деревьям привитым. Основание вспомнили все же сеянцевое, и шейка, и самый кусочек штамба все-таки от сеянца, от подвоя, которые также нельзя гноить, нельзя, чтобы лишняя влага была. Так? Вот. Теперь еще, для чего нужны листья, я уже сказал. Да? Фотосинтез, вот, солнечная батарея, и их должно быть максимум. И они все должны быть здоровы. Когда это дерево покрыто дырками, вот эти листья, это значит, что у вас муравейники не работают. Вот. На свете всего два человека, которые это самое заступили за муравьев, Железо и Хольцер. Всего два на всю планету. Вот. А кандидат наук уксусом. А ту их. А потом под больным деревом проводят лекции, как его спасти. А рядом флаконы стоят. И начинаешь думать, они это коммерческая или это жилка? Чем больше больных деревьев, тем больше это. Да нет, по-моему, вряд ли так, до такой хитрости дошли, чтобы учить деревья губить, чтобы потом было, можно, чтобы потом продавать им яды и прочие эти самые удобрения. Нет, тут, скорее всего, просто невежество. Ой, нижние скелетные ветки появляются в первую очередь, и они должны находиться частично под снегом. Это касается яблонь, слив и вишен. Вот. Это не касается абрикосов, груш, сгниют. Вот. А этим-то часть всегда под снегом. И какие бы ни были катаклизмы, отрезаешь сухие эти ветки, растущие вверх, и это самое дерево может еще возродиться за пару лет обратно до прежней кроны, учитывая, что корни целые. Но сколько я уже вам таких прочитал, рассказал. Вот. Ну, все ради того, что ну не трожьте вы вот это дерево, не учите его калечить, не учите. На моих глазах, я говорю, я тот пример привожу уже как хрестоматийный, уничтожено два сада у моего соседа. Вот. Приезжает, я уже просто повторю, ну вынужден, приезжает ко мне телевидение. Вот. Веду к соседям, показываю эти самые. Приезжает на следующий год телевидение. Вот. Из двух мощных веток моего абрикоса маджурского гибрида. Вот. Одна ветка у самой земли и страшная рана. Я говорю, все, дерево обречено. В следующем году приезжает телевидение, я им показываю пень. Но не я же спиливал-то это все. Это у соседа. А другое, еще раз повторю, если это самое, с толстой сумкой на ремне. Почтальонша читала все подряд, что мы выписывали дачники в Красном Хуторе. Вот. То однажды ее мужик взял бензопилу и все нижние ветки толщиной свою руку, свою ногу пообрезал. Весь сад погиб.
Вот что творится. А ведь это был сад лучше моего. Потому что, ну, не лучше, но раньше посаженный на тот момент это, давал урожай больше моего. А, не считая моего сожженного 5-гектарного сада. Но как вам еще это все объяснить? Как вам сказать, что ну прекратите вы это делать-то все? И вот, значит, я что сделал? Давайте теперь смотреть, что у меня в рюкзаках. Не у ребят в рюкзаках, что у меня. Вот. Вот это вот, сейчас идет акция. Я к ней практически не отношусь никак. Просто однажды я вот такой вот, видите? Знаете, что это такое? Почему она тут? Я говорю, мне их никто не покупает. У меня, я их рассылаю бесплатно тем, кто покупает у меня эти семена. Вот поэтому тут стопочка справа лежит. Вот она, да? Однажды я выслал, вот это самое, выслал как садоводу Троценко Павлу Николаевичу. Как садоводу. Вот. Ну, естественно, это ему понравилось, он говорит, а бумажную книгу? Я говорю, а где же я возьму? Это единственный экземпляр. Ну, а он, оказывается, компьютерщик. А он взял, нашел этот сайт «Планета», вот, и разместил вот это вот самое. Вот уже сегодня, какое там, 26 марта, аж 36 тысяч рублей собрано. Ну, это где-нибудь на 20 книг, наверное. Ну, что, изменят 20 книг что-нибудь в России? Ну, пусть их будет не 20, пусть будет 200. Так вот, друзья, от вас теперь зависит. Я ведь не ради этого рекламы рекламировал. Просто получилось так, что меня Троценко попросил сделать фильм именно об этой книге. Я сделал. Результат вы видите. Возможно, сейчас, когда вы увидели, как надо и как не надо выращивать, может быть, здесь все-таки это, ну, хотя бы 1000, хотя бы 2000 книг хотя бы разослать по стране. Хотя бы. Вот. Ведь разве это, ну, не знаю, но не должно быть так, чтобы он в единственном экземпляре, вот что он мне писал, вот эту книгу, чтобы она осталась в единственном экземпляре. Вы понимаете, это то, что я говорил, садитесь эти феи за парту учиться. Да вы заранее знаете. Вот. Я бы мог поспорить на бутылку дорогого коньяка, больше не на ящик, но тогда вдруг проиграю. Что ни одна из этих видеофильмов, что я показывал, этих фей по уничтожению деревьев, что она исчезнет с это, с Ютуба. Поспорить. В общем, это самое. Ну, вы поняли. Это спор такой. Схоластический, нет. Виртуальный. Еще раз посмотрите. Вот она, живьем. Вот. Может быть. А знаете, я бы феям ее подарил. Если от них придет какой-нибудь отзвук, или как сказать. Вот. Пусть они вам вот такие покажут плоды. Вот тогда я и поверю, что, что я не прав скажу. Вот. Тут опыт моих друзей. Видите? Вот. Я никого не забыл. А вот эти. Вот она тля. То у меня это. Вот они муравейники. Вот. Придумали эти сказки, что муравьи главный враг садов. Вот и сады стоят с дырами вместо листьев. Это же видеть надо было лет 10-15 назад. Это же ужас тихий. Тысячи, десятки тысяч. Причем в основном яблонь. В июне, в июле ни одного листика. Страшно смотреть. Страшно. Еще это самое. Часть из них сразу выпили. Их на самом деле было еще больше. К тому времени, как я это. И не было у меня тогда. Я бы проехал по садам. Я бы показал, что натворило отсутствие муравьев. 400-точные участки. Это предательство по отношению к садоводам со стороны правительства.
400-сные участки, все лезет на одном. Тут тебе саженцы, тут тебе грядки. Какие к черту муравьи? И стоят деревья это самое, в июне, в июле, в августе, без единого листочка. Вот. Феи. Я вам бесплатно книгу такую вышлю. Вот. Хотите, я вот эту вышлю. И еще свой автограф поставлю. Вот. С какого-то момента, в кавычки, вот слово феи уберем. Может, завтра вы начнете это самое уже по-нормальному, то, что я назвал новое садоводство. Стыдно говорить новое садоводство Железова. Да нас не один. Вот. Я всегда поражался, да? Вот сейчас еще секунду. Вы своим этим, ладно, меня терпеть не можете и не будете, это я уже понимаю, да? Сейчас. Вот, напоследок, чтобы я просто самый, сказать, наглый, может быть, по-другому как-то сказать, самый главный боец из нашей компании. Вот. Это Ребрик перечислил моих друзей. Он откуда брал фамилию? Из моих фильмов, из моих статей. Вот. И что, кто здесь? Байкалов, Боднар, Дускобилов, Чернобаев, Латинков, Горноулов, Бродский, Мараховская, Распопов, Сергеев, Чернышов, Чугуев. Вот. Почти половина уже на том свете. Это лучшие садоводы России. А еще не все же мы еще это умерли, еще мы живы. Вот. Что вы знаете об этом? Главный канал, это же первый канал России. Вы что, пригласили кого-то с лекциями? Вы что, прислали группу съемочную ко мне, к Латинкову? Лучший сад на Урале, а можете во всей России. А? Умнейшие люди, Курдюмов, Горноулов. Я поражаюсь, что это такие грамотеи. Как мне трудно было с ними. Потому что уже надо тысячу раз что-то, чтобы доказать кому-то из них, да, вот эти ходячие энциклопедии Курдюмов и Горноулов, чтобы что-то доказать-то им. Ведь это самое, ночами же не спал. Все думал, ну как же это самое. А вы что-то знаете о них, о этих лучших людях? Это еще не все. Это просто, чтобы вы поняли, что если их упоминает моих друзей Геребрик, значит, ну на самом-то деле круг гораздо шире. Это просто те, кто, так сказать, на слуху, благодаря мне. Вы собираетесь, нет? Это, если уж у вас такой канал, можно назвать садоводческий, садоводческо-огороднический, вы собираетесь дальше-то что-то делать? Это уже к руководителям канала обращаюсь. Еще раз могу эти 300 фильмов выслать, если вы их стерли просто. Но так же нельзя. Вы понимаете, прийти домой, дома дети. У вас вот такие же дети. Я уже обращаюсь к руководителям. Где мне сейчас вам... Эх, не готовил я это все. Если бы я вот только отдельно бы выбрал там, где дети и плоды в одном и том же месте, да? Вот. Вот ради вот таких детей. Вот видите? Вот ради них. Вот ради вот таких. Вот что надо-то. Перестраивайтесь. Нельзя так. Нельзя. Понимаете? Нельзя. Все время писать то, что уничтожает сады. Подумайте, одумайтесь. Ну и, наконец, если все-таки хоть какое-то это самое... И это и воспитание детей, это не только... Это здоровый образ жизни, это вам не эти самые, которые нюхают наркотики, уже начиная с первого класса школы. И такое есть. Вот. Я хочу, чтобы... Хочу, это мое желание, это мое право. Я гражданин России. Вот. Я хочу, чтобы был собран чрезвычайный съезд садоводов России. И не только как тот международная конференция, где единственный садовод-любитель был я, и где лишили меня слова, когда я сказал, что это самое, под статьями с губительными советами стоят подписи доцентов, докторов и прочих кандидатов.
Вот чтобы был настоящий съезд, чтобы там было минимум половина любителей, чтобы там было те, кого я перечислил, чтобы когда собрался президиум, чтобы мне дали слово, и первыми слова были, вот, я бы объявил минуту памяти, минуту молчания о тех, кто настоящие садоводы, кто сделал абрикосы, это самое, в каждом, на тот момент, пока вы научили людей убивать абрикосы, большинство из них и погибло. Видели мои фильмы? Доказательные. Но кто развел абрикосы почти в каждом саду, они были на каждой даче? Левицкий, вы знаете хоть о нем что-нибудь? Вы знаете, что абрикос Левицкий только благодаря мне еще поддерживается его это, как бы его назвать-то, уже, ну, генофонд громкое слово. Ну, в общем, поддерживается именно эта форма. Ну, что вы о нем знаете? Вы приехали, вы разобрались с этим делом. А вы знаете, какие прекрасные абрикосы у Жестовских в Майне? Вот. Я снял фильм о Майне. Что? Тут же, это, просмотрев фильм, вся Россия смотрит, а тут же там с Москвы лихорадочно, чтобы опередить других, командировку поехали ученые, чтобы чуть-чуть это самое, прислониться к этому, к уникальным садоводам Жестовским. А? Промышленная 21 Майна. Бельский район, Хакасия. Что, поедете? А я вам еще десяток таких примеров. У простых дачников растут уникальные сорта. Я говорю, да вы что, это же мой этот самый, королевский, а у меня они 50-60 грамм. Ну вот один год получились вот такие, да? Вот, вот такие. Ну тут уже где-то 70-80. А на даче у людей растут за 100 граммовые и клянутся, что это мои саженцы. Это же все это. Уже целую теорию выдвинул. Вам-то она нужна? О том, что стоит совместить с подвоями на 100% биологическую совместимость. Плоды укрупняются так, как были в раю. В таких случаях я в скобках пишу, когда это смех в академическом зале. Нужна. Я уже выговариваюсь это самое, две вещи. В целом по стране нужна конференция особая, чрезвычайная. Назовите как угодно. Вот. И нужна книга. Но книга не вот здесь 200-500 человек. Даже может быть, а вдруг соберут деньги на 500 книг. Ну, допустим, они ничего не решат. Нужно специально, вон те книги, это еще не все мои книги. Вот. А вы знаете, какие книги можно создать, собрав в одну кучу, уже собирается. Только издателей очередь не стоит. Нужна бумажная книга из материалов уже Бродского. Вот. А если еще добавить статьи Латинкова, Горнаулова, Татьяны Александровны Ноги покойной, хоть память о ней бы все это издать. Это еще 2-3 книги, вы понимаете? И дело сдвинется с места. И нужен госзаказ, чтобы эти книги появились в каждой библиотеке, в каждой школе, в школьной библиотеке. Пока мне доходит до кого надо, хотя бы неурочное чтение как-то, то есть какие-нибудь там эти. В каждой школе нужно кружки вернуть обратно. Ведь ничего не растет на территории школ. Нету там теплиц, нету там этих самых садов. Почему? Нахрена эти уроки биологии, если никто, ни один ребенок. А вы знаете, что ни один выпускник университета не может вырастить сад. Ни один. Ну что, хватит говорить об этом? Вот, начнем с малого. Пока это вся надежда. Все? Нет, не все, друзья. Я решил показать вам еще раз эти фильмы, сотни. Так, и один, чтобы настроение вам поднять, один из оптимистических. Тут всего один похоронный, остальные все оптимистические. Вот те фильмы, которые не среагировали наши эти самые феи. Вот, конечно, руководитель
телеканала «Бобер» наверняка отдал им, сказал, что посмотрите, вам это надо, не надо. Вряд ли само руководство что-то понимает в этом, да? Вот. И, естественно, что вот здесь вот есть фильмы, еще раз скажу, которые нашим телевидением, кемеровским, абаканским, шушенским, саяногорским, красноярским снимали сюжеты в моем саду. Это действительно настоящее садоводство. Это как есть понятие «высокая мода» у них, тех, а я хотел бы ввести понятие «высокое садоводство». Вот. Почему? Я вам сейчас докажу с помощью слайд-шоу. А пока любуйтесь. Вот. Часть из них вполне можно показывать по телевидению, потому что это не мои попытки. Вот. Понимаете? А, это я обратно листаю, чтобы вы видели, сколько их. Вот. Не мои жалкие попытки там плохим качеством. Часть из них снимала телевидение. Вот, профессионалы. Естественно, что их вполне можно показывать вместо этих самых дурацких ужимок, которые придумали как форму, якобы вот она какая праздничная. Но когда вот с такими смешками уничтожают деревья, то слов нет. Вот это все. А теперь берем, включаем как бы антитезу. Смотрите, вот вам мои феи. Пожалуйста. Давайте сравнивать те феи и эти. Это вам напоследок. Вот начало. Вот они, феи, настоящие. Все дети должны жить в таких садах. Все. Вопреки вам.
Сейчас чуть-чуть отмотаю, чтобы уже полная была картина. Я вам покажу уникального человека. Опа, это мы не туда заехали. Это нам уже показывает следующий. Так, бывает так, сейчас. Сейчас. Просто увидел фотографию, вспомнил. Вот. Вот она. Вот. Остановил. Знакомьтесь. У нас в стране выпускал. Ох ты, елки, не остановилась, жалко. Ладно, вернемся. Сейчас мы увидим. А, картинка остановилась. Только почему-то такая. А, немножечко, видимо, не там. Сейчас. Вот. Смотрите. Знакомьтесь. Только за стулья все держитесь? Держите все, включая фею, если вы все-таки увидите этот фильм. Потому что вы сюда не относитесь. Перед вами на тот момент студентка сельхозвуза. Ой, нет, по-моему, педагогическая, она с уклоном. Или она на учительницу училась. Нет, что-то. Ой, сейчас я уже забыл. Нет, все-таки сельхозвуза. Зовут ее Юлия Матвеева. Вот, держите за стулья. Единственная на тот момент студентка, вот, включая и добавим сюда всех выпускников вузов за все десятилетия, то есть миллионы, и она единственная из них, которая умеет садить деревья. Вот. Настояла на своем, проявила характер и получила разрешение проходить практику у любителя садовода Железова. Прозвище какой-то металлург. Вот. И теперь у нее свой питомник, свой сад. И, судя по фотографиям, отчеты присылала, дела идут. Хотя считается, а это Омск. Вот так вот, феи. Учитесь и вы. Почему? Потому что, да, уничтожьте там, где вы натворили дело, да. Я показывал эти ролики, не все, я даже все не смотрел. Нервы не выдерживали, чтобы каждый найти. Вот. И начинайте вот так же, как она, с нуля. У меня есть много фотографий ее. Там она с тяпкой, там она одетая, чуть не сказал в этом наморднике, как он, марлевой повязки, она опрыскивает деревья, все она это проходила. Вот полный курс за практику. У этого пользы от такого курса, там двух- или трехнедельного, больше, чем от 5 лет изучения. Когда в университетах, когда выходит с дипломом, ничего не умеет делать. Это наша действительность. А? Министерство образования. Вы понимаете, о чем речь идет? Вы понимаете, куда мы едем? Вот. Это, что там такой же народ, который ничего не понимает. Ладно, в садоводстве. А в том, чему надо детей учить. Аттестат зрелости. Это аттестат зрелости. Это курсы материнства, это курсы фельдшеров, в школе должны проходить, девочки. Забросить все это, чуть не сказал на букву Х, которая называется это самое, не только высшая математика, но и логарифмы и прочие эти самые. То, что к чему постепенно, о боже, что делают с людьми. Все, хватит, я уже наговорился. Опять пить валидол. Все, пока. Вот еще вам напоследок. Это же самое. Куда оно делось-то? А нет, это не то. У меня есть еще одна книга, кстати. Называется, тоже в виде рукописи, называется «Записки зачарованного сибирского садовода». Это уже полулитературное, то есть мой рассказ, что я вижу своими глазами. Вот сюда я выслал, а вдруг напечатают. Ну, выслал давненько, в ответ пока тишина. Вот. Ну и вот, еще раз, пока, вот это единственный шанс. Все, до свидания, друзья. Вот, может быть, наоборот, легче станет на душе. Потому что видеть вот это издевательство на деревья, молчать, у меня уже не было сил. Чуть до оскорбления не дошел. Ну, за клоуна простите, но прекратите, если что-то хорошее делаете в саду, под музыку. Но если губите деревья, то там музыку включаете другую. Есть такая целый класс, который исполняет оркестры духовые на похоронах. Все, до свидания.